Все мое почтение, друзья, и сегодня, 5 июня 2022 года, Владимир Путин заявил следующее. Россия будет наносить удары по объектам, которые пока не трогает. Я лично считаю, что это заявление, это угроза, это шантаж, которому нужно, так сказать, быть настороженным. Нужно готовиться к различным подлостям. Вот смотрите, Путин заявил, что будут наноситься удары, по объектам, которые еще не наносились удары. Что это за объекты? Железнодорожные станции? Или что пришло в голову этому нелюду? Я лично считаю, что этот изувер, Путин, готов ко всему. Вплоть до нанесения ударов по атомных электростанциях. А вы вот что думаете по этому поводу? Вот это предупреждение, вот этот шантаж, это от безысходности Путин говорит? Или все-таки он реально чувствует за собой силу и мощь, и этим пытается задушить нашу Украину?